Следующие 15 минут до нашего перерыва мы начнем разговор об основных вопросах, которые возникают перед нами, когда мы занимаемся герменевтикой. Есть основные вопросы, от ответов на которые зависит подход к исследованию, к толкованию библейского текста. Герменевтика — это, по большому счету, поиск первоначального значения. Это поиски, толкование, изъяснение первоначального значения библейского текста. Вопрос. А вот есть ли оно вообще, это первоначальное значение? Кому-то такой вопрос может показаться надуманным. Мы все привыкли, поскольку мы христиане, принадлежащие к евангельской и консервативной традиции, мы все привыкли, что да, у библейского текста есть первоначальное значение, и наша задача это значение найти. Но далеко не все с нами в этом согласятся. Вспомните, пожалуйста, о чем говорится в первой главе книги «Бытие». Пожалуйста. О творении. Чего? Сотворение чего? Всего. Творение мира. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а вы верите, что так оно и было? Верим. Конечно. Конечно. Удивительный вы народ, однако. Да. А вот один из известных британских епископов сказал такую фразу. Всякий человек, всякий человек, который серьезно верит первым 11 главам книги «Бытия», нуждается в том, чтобы сходить к психиатру. Значит, смотрите, сказал это не какой-то атеист неверующий. Говорит об этом человек, имеющий духовный сан. Значит, друзья мои, где тут ближайший психиатр вообще в Курске? Может быть, мы после перерыва отправимся вместе, а? А почему он так выяснил? Вот. А вот это вопрос главный. Почему он так выяснил? Обоснуй. А дело в том, что достаточно много людей, называющих себя христианами, полагают, что у Священного Писания, вообще говоря, нет одного изначально данного значения. Что значит Библия для вас? Ну вот то, что Бог вам в ней открывает, то она для вас и значит. А для меня она может значить совершенно другое. Я читаю, вначале сотворил Бог небо и землю. Для меня, как для евангельского христианина, это вот это именно это и значит. Бог сотворил небо и землю. Вот напрямую. А кто-то другой скажет, да нет, тут смысл совсем другой. Просто в первом стихе первой главы Бытия говорится о том, что есть незыблемые законы, ну, например, законы физики, которые управляют жизнью Вселенной. Вот Бог — это те самые законы. А все остальное, ну, это там человеческая примесь, это сказка, это, если хотите, древний способ, донаучный способ обсуждения того, чем занимается современная наука. Вот так. И люди совершенно серьезно полагают, что вот это и есть значение библейского текста. Ну, давайте не будем здесь так ярлыков сразу расклеивать, потому что здесь немножко сложнее все, чем просто ярлыки. А в одном из прошлых курсов я вам приводил пример проповеди. Помните, когда Иисус, эпизод, когда Иисус накормил более 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами? Я говорил вам о проповеди, которую мне довелось слышать, где проповедник объяснял, что на самом деле смысл этого текста не в чуде, а просто в том, что мальчик поделился, у мальчика были с собой запасы, у мальчика был с собой обед, который он взял себе в мешочке, да, и вот он поделился с окружающими, а потом другим стало стыдно, потому что у них тоже были с собой запасы. Вот, и все окружающие достали, понимаете ли, свои мешочки, вот, с обедом и стали делиться с остальными. Вот, знаете, что-то непонятно? Как же 12 коробов, 12 корзин потом осталось? А у всех было,
И осталось еще и лишнее. Да, и столько осталось. Сколько же они за собой еды таскали. И еще тогда непонятно, если ученики знают, что у всех все есть, почему же они Иисусу говорят, что кушать нечего? Но вот что интересно, буквально за несколько месяцев, прошедшие записи последнего курса, мне довелось в интернете слушать еще две проповеди по тому же самому фрагменту, вот про 5000. У каждого из проповедников тоже было свое понимание этого текста, отличающееся от того, к чему мы с вами привыкли, и от того, что я озвучил в предыдущем курсе. Один из проповедников сказал вот о чем. На самом деле, это проповедь о том, что вполне нормально, вполне удобно и вполне приемлемо есть, кушать перед другими людьми. Почему они не... Да, у них у всех этих 5000 с лишним человек были свои запасы. Почему они не открывали? Ну, потому что неприлично есть в общественных местах. Человек говорил на полном серьезе. И вот когда мальчик показал пример, и, возможно, Иисус и ученики тоже показали пример, тогда они поняли, все остальные поняли, что есть в общественных местах оказывается вполне прилично и уместно и нормально. И если вам голодно, друзья мои, и вы находитесь где-нибудь в парке, или едете в метро, или едете в автобусе, и у вас с собой есть чего перекусить, не стесняйтесь. Потому что Иисус и ученики его делали то же самое. И тысячи людей делали это вместе с ними. Видите, вот человек читает Библию и выводит из Библии вот такое значение, такой смысл. Но еще более дикая оказалась еще одна проповедь. Да, это не сразу так вот случайно, понимаете, вот все это попалось. Я просто стал смотреть, как разные люди проповедуют на этот фрагмент. Вот еще интереснее оказалась следующая проповедь. Это проповедь, это притча, которая рассказывается Иисусом. Обратите внимание здесь на слово «притча», то есть человек даже не верит, что это было на самом деле. Это такая притча, которую рассказывают Иисус и евангелисты. Она говорит о плодородии матушки земли нашей. То есть у земли хватит еды на всех нас, если мы бережно к этой земле и к тому, что они, да, ресурсам, будем относиться. Почему? А вот Иисус призывает к бережному отношению к ресурсам: соберите эту оставшуюся еду. А вы, бережно ли вы относитесь к земле? Вы, перерабатываете ли вы использованную одноразовую посуду? Вы, перерабатываете ли вы отходы своей жизнедеятельности, допустим, там, пластмассовые отходы в одно место складываете, там, металлические в другое, и несете ли вы все это в переработку? Вот, оказывается, о чем данный фрагмент Священного Писания. И тогда вспоминаются слова, которые иногда можно услышать, когда люди говорят, что ну вот, на основании Священного Писания, на основании Библии можно доказать все, что угодно. Мы с вами отлично понимаем, что это не так. Но хочу вас предупредить, что далеко не все разделяют эту убежденность. Есть люди, полагающие, что на самом деле единого смысла, единого значения, которое нужно найти, у Священного Писания нет. Вот что этот текст значит для вас, что этот текст значит для меня, это разные вещи. Вплоть до заповеди, допустим, «не укради», «не лжесвидетельствуй». А давайте еще разберемся, что значит украсть и что значит лжесвидетельствовать. Ну, если я для хорошего дела что-то присвоил, ну, это как бы, может быть, не кража. Да? А что значит лжесвидетельствовать? Ну, вот опять-таки, а в какой ситуации, в каком случае? И тогда значение библейского текста становится субъективным. Это уже не как в математике, допустим, или в точных науках, да, дважды два – четыре. Это даже не как в истории, где все-таки было событие. Это событие можно по-разному интерпретировать, но событие это было. Нет, это некая книга, некий текст, который каждый изъясняет так, как ему хочется. Понятно, что подавляющее большинство возрожденных христиан с таким подходом не согласятся. И правильно сделают, что не согласятся. Но как
только вы говорите о том, что задача герменевтики – найти и изъяснить, истолковать подлинное первоначальное значение текста, библейского текста, а вот будут люди, которые скажут, а зачем вообще его истолковывать? Вот что Бог говорит к вам через Библию, что Бог говорит к мне через Библию. Вот, собственно, этого достаточно. Все, все остальное не столь важно. Зачем сухая научная дисциплина? Зачем вникать в библейские языки? И зачем вообще тратить на все это время? Если кто-то из нас согласен с тем, что первоначального значения, исходного значения в этом в библейском тексте нет, тогда нам действительно с вами нечего делать здесь. Но большинство, подавляющее большинство христиан, конечно, с этим не согласны. Конечно, мы скажем, что первоначальное значение в Библии есть, в тексте есть, и вот это значение нужно найти. Итак, первый и, пожалуй, главный вопрос герменевтики – это вопрос, существует ли вот это первоначальное значение. Второй вопрос герменевтики – кто главнее? Кто главнее или кто важнее? Автор или читатель? Кто главнее, кто важнее, автор или читатель? Что имеется в виду? До 20-х годов 20 века считалось, что, конечно, автор важнее. Мое прочтение может быть правильным или неправильным, если я действительно нашел то, что хотел сказать автор, то я прочитал правильно. Если не нашел, то я прочитал неправильно. Но все больше и больше замечали вот какую вещь. Ведь на одни и те же события, на одних и тех же героев Священного Писания у каждого из нас, ну, несколько свой взгляд, отличный от всех остальных. Например, недавно, ну, буквально 2-3 дня назад, в новостях была информация о выступлении Уго Чавеса. Кто помнит, кто такой Уго Чавес? Это президент одного государства. Кто помнит, какого? Да-да-да. Венесуэлы. Совершенно верно. И вот Чавес, президент Венесуэлы, сказал две вещи. Ну, судя по... Я не смотрел, к сожалению, не смотрел эту, эту речь в оригинале, чтобы ее интерпретировать в оригинале. Но сказал он, в принципе, по новостям две вещи. Во-первых, он назвал себя марксистом, что, в общем, неудивительно, конечно, марксист. А во-вторых, он сказал, что марксизм — это логическое продолжение и развитие христианства и идей Иисуса Христа. Ибо, как Маркс и Энгельс, Иисус стремился к свободе, равенству, братству между всеми людьми. Значит, Уго Чавес – марксист и христианин. Вот ни больше, ни меньше. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Значит, и вот такой взгляд на Христа как освободителя, он ведь достаточно часто присутствует. А имеет ли... Так вот, в 20-е годы возник вопрос. Вот такие личные взгляды, они обоснованы или нет? Иными словами, могу ли я сказать, а вот я чувствую, что вот этот герой таков. Если я так скажу, вы имеете право со мной спорить или нет? Что главное? То, что сказал автор, или то, что видится мне? Конечно, акцент, когда акцент ставится на меня, на мое восприятие, на мое зрение, при этом, на мою точку зрения, при этом не исключается то, что существует общая истина. Но насколько мне важно восстановить то, что сказал автор? Или мне важно
понять и сформулировать, что я думаю, что я чувствую по этому поводу. Иными словами, представим себе два сочинения, две письменных работы. Одно сочинение на тему «Жизнь и служение апостола Павла». И в этом сочинении человек разбирает библейские данные, человек сопоставляет тексты, человек анализирует, человек выясняет, какое там было первым, а какое миссионерское путешествие было первым, какое вторым, где Павел был в первом миссионерском походе, когда, где он был во втором миссионерском походе, кому обращено послание к Галатам, сколько на самом деле было посланий к Коринфянам. Человек работает с текстом Священного Писания и пытается найти первоначальное значение текста Священного Писания. Это одно сочинение. А другое сочинение. Апостол Павел, чему он учит меня? Автор этого сочинения не пытается разобраться в первоначальных событиях. Он читает тексты апостола Павла. Конечно, он все-таки пытается как-то себя обезопасить от совершенно неверных интерпретаций. Он не может из Священного Писания вывести все, что угодно. Но для читателя, который работает по такому принципу, совершенно не важно, где находился апостол Павел, когда писал послание к римлянам, или когда писал послание Филимону. Для него важно, какие уроки он, читатель, извлекает из посланий апостола Павла. Он читает, например, послание Галатам и говорит: «Павел здесь раздражен. Я тоже иногда бываю раздраженным. Давайте посмотрим, как поступает в этом раздраженном своем состоянии Павел. И какой урок я могу извлечь для себя». То есть главное здесь не первоначальный текст, а мое личное прочтение. Еще раз, какие-то рамки в этом подходе есть. Человек, придерживающийся такого подхода, не скажет, что Библия может значить все, что угодно. Но главное не давняя история, а мое теперешнее восприятие, мое теперешнее состояние. Сторонники этого подхода говорят о том, что ведь изначальный автор Священного Писания – это Бог. Да, Бог говорил когда-то через Павла, через Петра, в Ветхом Завете, допустим, через Моисея, но сейчас он говорит ко мне. Поэтому давайте не будем утруждать себя скучными и неинтересными деталями, типа пути апостола Павла, или жизни Моисея, или богословия. Давайте посмотрим, что Библия говорит прямо к нам и прямо сегодня. Вот этот подход очень популярен и сегодня у христиан, причем у действительно верующих христиан. Понимаете, я по своему, скажем так, по своему богословию, по своей позиции богословской, к харизматам никак не принадлежу. То есть вот таким церквям, где прыгают, хлопают, кричат и так далее. Хотя люблю попрыгать, похлопать, покричать. На протяжении какого-то времени, достаточно долгого времени, во время нашего обучения в семинарии в Америке, мы как раз ходили в харизматическую церковь. Церковь эта была очень интересной. Там действительно кричали по полной программе. То есть аллилуйя до хрипоты, понимаете, так нормально все. Вот там танцевали, там хлопали в ладоши, там была очень, реально очень громкая музыка. Интересно, что туда приходили люди, которые работали в бизнесе, причем работали в больших компаниях. И они говорили, что вот всю неделю сидишь у себя на работе в галстуке, в пиджаке в галстуке, вот с этой самой удавкой на шее, а в воскресенье все это с себя можно скинуть и Господа прославить. Можно просто расслабиться, можно отдохнуть, видите, оторваться вот так. Вот. Там как раз пастор, ну, в своих проповедях, он никогда, никогда не говорил о том, в каких обстоятельствах, в какой жизненной ситуации написана та или иная книга. Если говорил, то очень коротко. Он редко говорил о каких-то богословских проблемах, да, вопросах. Но он читал и говорил о том, что вот смотрите, а что говорит Бог сейчас тебе через эту книгу? Одно время я даже в этой церкви вел занятия воскресной школы. И люди с удовольствием шли на это занятие, они говорили, что ну вот, значит, на богослужении оторвались, там и потанцевали, и попели, и поплясали, и покричали, Господа прославили,
телом и эмоциями, а сейчас, вообще говоря, и здорово, и приятно сесть, углубиться в то, чтобы прославить Бога и нашим разумом, что, чтобы узнать, откуда произошли эти книги Священного Писания, как разные богословы отвечали на тот или иной вопрос. А люди находили и то, и другое. То есть как эмоциональное прославление дополняется прославлением через наш разум. То есть, вообще говоря, эти вещи друг другу не противоречат. И все-таки, конечно, если Библия — это записанная книга, записанное Слово Божие, то первое место принадлежит авторам Библии. Богу, который дал нам это Слово, и людям, через которых это Слово нам дано. Значит, наша задача сегодня не просто высказать мое отношение, но прежде всего разобраться, что Бог хотел сказать первоначальным читателям и что Он хочет сказать нам. А уже потом есть смысл высказывать мое отношение. Понимаете, если не знаешь какую-то тему, если не знаком с материалом, то сложно высказать свое отношение. Попросите меня высказать мое отношение к теореме Ферма. Я слышал, что же такая есть, я не знаю, что это такое. Поэтому, соответственно, свое отношение я высказывать не могу. Всякое высказывание своего отношения будет сотрясанием воздуха. Спросите человека, выскажите свое отношение к служению Моисея. Он должен хотя бы в этом служении Моисея разобраться, а потом уже будет возможность высказываться. То есть в любом случае мы, конечно же, возвращаемся к первоначальному тексту. Да, наше отношение, да, наше субъективное восприятие, все это важно, очень важно. Но заменять им первоначальный текст нельзя.